Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Ага, попались! Вы-то двое мне и нужны были! Сколько вам объяснять, блин, что скромник — это SCP-096, а сиреноголовый — это монстр Тревора Хендерсона! Почему вы постоянно путаете? Почему вы делаете Simple Dimple, когда это Pop It? Запомните, Simple Dimple и Pop It — это разные вещи. Сколько вам объяснять? Вы бы еще сквиш перепутали мне. Вы два болтуса, чтобы я больше такого не видел. Все понятно, блин. Еще раз повторю. Что? Доктор Дмитрий, здравствуйте. Бобби, здорово, Пабло, привет. Но? У меня для вас хорошие новости. Что случилось? Ну мы, короче, поймали Трихеда. Так. Вот, можете с доктором Андреем ехать на тестовый полигон и делать всякие эксперименты. Так, Бобби, у нас с Андрюхой не получится. Мы делаем другие опыты, другие эксперименты. Знаешь что? Бери-ка, наверное, Пабло и сами едьте на тестовый полигон делать эксперименты. А, ну хорошо, ладно. А можно вопросы? Какие? Ну какие? Стандартные, Пабло знает. Сначала скормите Дэша к Трихеду, монстра Тревора Хендерсона. Потом пусть Пабло попробует чипироваться и результаты запишите. Угу, все хорошо, Пабло, ты понял? А, все, ну все, мы тогда погнали. Ну все, бери Пашу и едьте. Угу, поехали. Пабло, блин, тоже назвали его. Я его Пашей называю, чтобы было полегче, чтобы не путать. Так, ладно, надо Андрюхе тогда рассказать, блин, о наших новостях и опыты все-таки сделать, блин. Так, здесь он вроде. Ну что, Пабло, вот мы и приехали на тестовый полигон, погнали быстрее проводить экспериментики. Хорошо, мистер Бобби, давайте проводить эксперименты. Ага, сейчас будем Дэшек скармливать, ты давай там записывай свой блокнотик, слышишь? Мистер Бобби. А. Я могу отлучиться в туалет? Ага, ну давай, беги. Я быстренько. Ага, давай-давай. Ну, раз он отошел, я тогда сам начну эксперимент делать. Так, начнем с первой дэшки. Погнали на скормление, братанчик. Сейчас ты отдохнешь по полной. Так. Вот так вот. Ну-ка, сейчас он будет хавать. Давай, кушай. Что ты, невкусно что ли? Может тебе еще одного поднести? Наверное, проголодался очень сильно, не хочет одного кушать. О, блин, конечно, не хотелось бы такого домашнего животного себе. Блин, где его черти носят? Он в том, что... О! Нифига, это заточил, тогда тащил. Пабло! Мистер Бобби, иду! Я уже бегу, бегу! Это что было? Давай быстрее, блин, ты видел, как он этих уничтожил? Ну я слышал, а что, он всех дэшек съел за раз? Ну да, смотри, блин, лежат. Давай. Ого, мистер Бобби, сейчас я запишу, и тогда буду чипироваться. Ага, давай. Что там, записал, нормально все? Да, мистер Бобби. Я посмотрю. Вот. Ага, все. Ну все, давай, чипируйся. Да, сейчас буду чипироваться, сейчас попробую, я это ни разу не делал, сейчас. Давай, давай, аккуратно только. Меня доктор Андрей обучал, сказал, что в чипировании самое главное выбрать точку чипления. Попробуй через заднюю. Давай, сам поглубже выбирай. О, сейчас, о! Ну что там? Мистер Бобби, чипировался, только что-то... Мистер Бобби, у меня что-то... Что? У меня что-то голова раскалывается. Ой, блин, мистер, это, возможно, побочные эффекты. Он вышел из-под контроля, мистер Бобби, я убираю. Пабло, ты жив, нет? Блин, Пабло умер, зараза. Блин, он выбрался из-под контроля. Надо, блин, быстрее звонить доктору Андрею с доктором Дмитрием. Это просто кошмар, это ужас. Миру грозит полнейшая опасность, блин. Буду за ним следить со второго этажа. Алло! Алло! Андрюха? Да-да-да, Катенька, вы правильно ввели мутагены в этих монстров? Ага, понятно. Ну что, доктор Дмитрий, что вы так долго? Здравствуйте. А, здорово, хорошие новости, Андрюх. Бобби с его отрядом поймал Трихеда, монстра Тревора Хендерсона. Я их, короче, вместе с Пабло отправил на тестовый полигон, чтобы они сделали все эксперименты вместо нас, потому что у нас сегодня по плану тестирование SCP.
А, ну да, Пабло мой самый лучший ученик, я думаю, они вместе с Бобисом справятся, профессор, все нормально. А так мы сейчас можем проводить наши эксперименты. Так, ну смотрите, данные записал, надо оцифровать получается тогда. Давайте, присаживайтесь, профессор. Так, время 9.01, Андрюха, на минуту опаздываем, срочно, блин, вводи данные. Сейчас, сейчас, профессор, блин, блинский. Записывай, 348X55. 348X55. 68SCP-096. 68 SCP-096. 72 Дельта YSCP-049. Профессор, пожалуйста, помедленнее, я не успеваю. 72 SCP-Дельта YZY-Дельта-8. Ты все перепутал, Дельта-7YX-049. Ну! Если раз собьешься, то нужно заново, давайте заново диктуйте. Ай. 048 Дельта YZY-Z-075. Да-да-да, я записываю. Ну! И все, и далее, через X делаешь параболу, строишь, понял? Стоп, профессор, подождите, может быть гиперболу, а, либо график функции? График функции, а потом гиперболу строишь. Хорошо, хорошо, а по диаграмме мы как поймем, что типа они соединились уже? Как, по теореме Пифагора поймем, Пифагорова штаны во все стороны равны, квадрат гипотенузы равен сумме квадрат катетов, гипотенуза острого угла 0,5. Ох, профессор, вот и грамотей, конечно. Ну, синус косинуса x 1 получается. Так, сейчас я, секундочку, рассчитаю интегралы. Ну, рассчитывай. Хорошо, подождите, секундочку, пару минут. Так, погоди, Бобби звонит. Чё, они так быстро опыты, что ли, сделали? Сейчас возьму, погоди, трубку. Так. Алло, Бобби? Алло, доктор Дмитрий, это я, Бобби. Привет, алло. Чё случилось? Чё так рано? У нас тут чрезвычайное происшествие, ЧП, беда произошла, блин. Как? Что произошло? Ну, короче, начали мы проводить эти тесты, блин, опыты, эксперименты. Пабло, получается, вселился в него, чипировался, поняли? Ну? Вот, и всё вышло из-под контроля, он убил Пабло. Ну? И сам этот трихед разозлился и начал всё уничтожать на своём пути. А ты где, Бобби? Да я вот рядом, блин, слежу за ним. Так, Бобян, ну и чё, мы тогда выдвигаемся? Давайте, хорошо, я вам буду высылать координаты, если что у вас это... Если что, я буду высылать координаты каждую секунду. Всё, каждую секунду, Бобян, мы тогда едем к тебе, будь аккуратен, преследуй этого трихеда. Хорошо. Давай, будем на связи. Ага. Андрюха! Что случилось, профессор? Это просто невероятно, они начали проводить эксперименты. Пабло чипировался, и всё вышло из-под контроля. Пабло выжил? Нет, Пабло умер. Это же мой лучший ученик, я его готовил к этому много лет. Андрюха, видно, плохо готовил, потому что я их отправил минут 10 назад, а они уже там все. Короче, Бобби сказал, что миру грозит чрезвычайная угроза, апокалипсис. Трихед вышел на свободу, Бобян едет за ним, будет каждую секунду координаты нам отправлять. Нам нужно ехать и спасать планету. С Боббисом будем связываться по рации связи. Хорошо, хорошо, профессор. Так, Катенька, тут надо нажать на кнопочку, и все будет само делаться. Все, удачи вам. Все, я пошел. Давайте. Профессор, быстрее. Трихед — это опасный мост Тревора Хендерсона. Что ты с этой Катей общаешься, как будто она отсталая? Нормально она все знает, блин. Ну, мало ли что сейчас пройдет, как с Пабло произошло, блин. Давай быстрее. Едем спасать мир. Бежим. Ну что, парни, вы где? Да вот, Бобис уже за поворотом. Сейчас будем у тебя. А, все, вижу. Давай, отбой. Ух, Андрюха, паркуйся где-нибудь здесь. Давай у его тачки паркуемся. Бобян, ну чё, как обстановка? Здорово, мужики, блин, да обстановка по кайфу, если честно. Ну, чё там, где он? Ну, короче, я сейчас за ним следил. Ну? Он, получается, отошел куда-то. Пропал, что ли? Да. Ну? И знаете, что самое главное? Чего? Я нашел его личинки. Он чё, походу, размножается? Ого себе. Ё-моё! Погнали, покажу вам, быстрее, погнали. Так, давай, блин, Андрюха, я и не знал, что трихед так быстро может размножаться, так это вообще капец! Это плохие новости, профессор, очень плохие. Так, ё-моё, блин! Вон там вот. Смотрите! Они уже выросли, профессор, посмотрите! Ребята, обратите внимание, это детеныши трихеда! И что будем делать, это надо как-то уничтожать их, блин! Да-да-да, их срочно нужно уничтожить. Так, Бобби, у меня появился план. А ну? Ты будешь приманкой? Угу. Я, короче, видишь, там вот кратер справа от них, вот этот, вот куда я стрельнул. Да-да-да, тихо. Я туда, короче, бомбы заложу. Ага. А ты будешь как приманка вести их бомбам, и мы их взорвем. Профессор, вы координируйте действия, окей? Так, отлично, парни, я смогу на мельницу наверх забраться? Ну да, конечно, можете забраться наверх. Так, я тогда сверху буду координировать, парни, за работу, блин!
Давай, Бобби, сейчас пока что потихоньку через это колосья пошли. Да куда уж потихоньку, блин? Так, парни, погодите, не вижу нифига, блин! Здесь не пробраться на самый верх, ё-моё, блин! Давайте через джетпак, профессор. Сейчас тогда спущусь и на джетпаке залечу. Буду координировать, мужики, вас. Не экономьте на топливе. Все, поднимайся на джетпаках. О, все, Андрюха, клади ракетные бомбы супер жесткие. М12. М2 вообще-то. М2, клади М2. М2. Это М2 корень там. А, М2 мощнее, что ли? Да, я думаю, 3 хватит. Так, ну что, Бобян, иди прямо! Ну все, мужики, давайте, я пошел. Я координирую, прямо иди! Во-во-во, все, вижу. Давай. Приманивай их, Бобян, ближе! Все, мужики, спалили! Давай, идут! Давай, Андрюх! Они взрываются! Давай, это эти 3 хеды топают, парни! Вот они, я взрываю, они здесь! Активируй бомбы, Андрюха! Активирую! На, блин! А, профессор, вы что-нибудь видите, что происходит? Не понимаю, капец. Ты, походу, их уничтожил, Андрей! Ёпсель-мопсель! Ядрит-мадрит! Переборщил, походу, с бомбами! Ёк-макарёк! Сейчас, парни, я встану, я еще жив! Все, встал, мужики, вот это бабахнуло! Слышите, там, по-моему, 2 убило взрывом! Давайте 3-го добивать! Там это, 3-го волной задело, профессор! А, он умер? Тут все, смотрите, вот от них вот только рожки до ножки остались. Нифига себе был взрыв, да, Бобян? Вот это бомбануло, блин. Да вообще, блин, жестко. Так, ладно, надо искать этого, блин, трихеда, титана, блин. Давайте к машинам, парни, пройдем. Так, давайте, ведите, парни, тут в этих кустах, блин, фиг пройдешь. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Бобби! Ага. А, ты здесь? Я думал, ты это не туда пошел. Ага, да не-не-не, здесь. Во, нормально, пацаны, выбрались, отлично, блин. Ну чё там, пацаки, где искать его будем? Сейчас узнаем. О, мужики, блин. Ну? Дачи какие-то странные, аномальные, походу. Блин. Ну-ка. Посмотри, Андрюха, чё за заявление? Сейчас, секундочку. Парни. Ну? Это походу на 3Х, но это странно, он же Титан, мы должны были его заметить, он где-то в городе, садачик-то работает. Ребята, это реально странно, потому что 3Х это огромный Титан Тревора Хендерсона, он нереальных размеров, он огромный, и мы бы его увидели издалека, да. Но понимаете, датчики показывают, что что-то в городе не так происходит, мы обязаны, парни, проехать, посмотреть, но блин, скорее всего это не 3Х, потому что мы бы его видели издалека, в небе. Ну давайте проверим все равно, парни, что мы теряем-то? Проверим, Бобян, ты едь первый тогда. Давайте, мужики, не оставать, едьте за мной. Давай, мы за тобой, Бобянчик, сейчас прямиком, короче, блин. Чё там, где датчики? Направо надо. Чё там? Смотрите. Ё-моё, мужики! Это какие-то бандиты! Мародеры, стреляй по ним, слышь, парни! Давай, фигари их, я их взрываю сейчас, туда его! Взрываешь попыт, да, получается? Все правильно, давай, гаси их, пацаны. Или конечно. Типа сквиш. Это сквиш, лютый. Все. Опа, раскидали, пацаны. Так, слушайте, а датчики чуть подальше. Давайте к машинам вернемся. Подальше? Да. Так, блин, странно. Я думал, датчики на них работают. Думал, они своими пушками радиосигнал глушат. Не на них. Ладно, хорошо, поехали дальше. Сели? Да. Стартуем тогда, парни. А в какую сторону-то, блин? Да я думаю, здесь можно проехать. Давайте сюда за мной. Ага, все дороги ведут в Рим. Все правильно, парни. Я по вашим датчикам тогда еду, блин. Сюда, парни, проезжаем. Но это точно не Титан. Это точно не трихет на датчиках, блин. Парни! Чё? Блин. О-оу. Это что такое? Это, походу, еще один детеныш трихеда. Он уже увеличился. Походу, личинки растут. Да, давай, выходи, блин. Открывай огонь. Сразу, парни, не медлите. С РПГ! Давайте, фая! Пошел, атака! Да, блин! Туда его! Капец, он топает, у него там огонь под ногами какой-то! Парни, осторожнее, он переходит в стойку собаки! А? Капец, он в собачьей стойке! Собака! Бобби, осторожнее, он походу узнал, кто его обидчик! Парни, не дайте ему топать, он когда топает, земля содрогается, как будто взрывы! Да! Максимальный огонь, парни! У него листья отлетают! Смотрите, когда мы стреляем! Патроны. С башки, походу, растекаются! Вот это трихет! Но! Это не Титан! Это его детеныш, блин! Фух! Отлично! Есть пробитие! Отлетел, парни! Уничтожили! Фух! Это что там была, военная база? Давайте посмотрим! О, бедные солдаты, парни! Они полегли от рук! Детеныша трихеда, блин! Ну, всех капец. Перебили! Что делать-то будем, мужики? Тут вертолеты, блин! Самолеты! А может, кто в живых? Люди! Давай!
Парни, пусто, блин. Походу, мародеры обчистили все это дело. Ты шо, Бобян? Да я... Через окно? А, ты через окно прошел, Буби? Да. Ничего себе ты маг. Ну и чё, парни, делаем? Чё там по датчикам? Сейчас буду смотреть. Ну посмотри. Слушайте, парни, датчики что-то показывают, что он прям очень близко. Андрюха! Они зашкаливают. Я уже что? Вижу, посмотрите в окно. Хью, это только его ноги, жесть! Блин. Вот, вот он настоящий титан, вот Трихед, вот это папа всех личинок был. Он, походу, пришел мстить. Что будем делать, профессор? Так, Бобян, знаешь что? У нас план с Андрюхой. Ты где? Я здесь. Давай, короче, слышишь? Прикрывай нас снизу, с земли, а мы с Андрюхой на вертолете полетим! Бобби? В смысле, домой, что ли? Ну хорошо, парень, я буду вас прикрывать, погнали. Давай, все, хорошо, Андрюха, садись в вертолет, блин, погнали! Давай, надеюсь, я помню, как проходил летную школу GTA San Andreas. Ну? Ща, погоди, вылезь за секунду. Так ты не туда сел, блин. Все, давай, присаживайся. Все, давай, Андрюха, взлетаем. Бобби, поддержка-то будет! Да-да-да. Бобян, поддерживай нас, я стреляю, Андрюха! Он идет! Открывай ракеты! Андрюха! Я стреляю! Профессор! Андрей, мы уперлись в Титана! Так, что будем делать, профессор? Я не знаю! Он за Бобисом бежит, что будем делать? Он Бобис, топает! Убегай! Андрюха, он топает, лети к нему, Андрюха! Да я не могу, сейчас я тут это... Андрей, не улетай далеко! Да сейчас я... Бобис, мы возвращаемся, Бобян, мы возвращаемся, я взял угол! Бобис, вставай! Бобби, вернись! Вставай, Бобян, Андрюха стреляет, он по нам! Что происходит? Андрей, лети ему в голову! Я... Андрюха, мы падаем! Мы падаем! Профессор, катапультируйтесь быстрее! Андрюха катапультировался! Ай-яй-яй, не взорвался! Вставай быстрее, блин, Андрюха! Сейчас, вставай, профессор, родной. Помогите да, нам! Бобян, как жизнь? Нормально. Нормально? Жизни нет! По кайфу все. Давай, мужики, стреляем по нему, стреляем! Профессор, давайте! Да, профессор, стреляйте, помогайте! Стреляй максимально! Он раскалывает небеса, парни! Он там на четвереньках в позе собаки. И треснул мир напополам. Кругом Трихед. Не выжить нам, не выжить нам. И всем пока. Блин. Давайте, парни. Андрюха, может, бомбами, как тех маленьких, попробуем? Сейчас, секундочку, только прикрывайте меня тогда. Максимальное прикрытие, да, Бобис, осуществляем? Ага. Да. Бобис, ты умер первый. Чтобы меня прикрыл, парни. Давай туда, я ему в страку прям. Прям туда? О! Бобян? Нифига, мужики, мы его уничтожили. А ты случайно его не кулаком ударил? Мне кажется, я его пальчиком ударил. Ты щелбаном его вырубил? Ну, шпалой. Офигеть, Андрюха! Так и это, собирался уже бомбы, Бобис, а почему ты не сказал, что у него такая ахиллесовая пята, ну типа слабое место? Я сам только сейчас узнал, мужики, блин. Стоп, Бобис, а ты случайно не пил моё кофе, которое я сделал? Нет, а что? А может быть пил? Да нет, а он гонит, профессор, это как иначе, только он ваш кофе мог выпить. Бобис, у меня там было подмешано богатырское зелье, что ж ты не сказал? У тебя руки богатырские, мы бы сейчас не стреляли, ты бы его щелбана вырубил сразу. Да, я понимаю, у вас кофе. Да, Бобян, оно вообще-то мне для других дел, ну ладно. Ну все, ребятки, убили мы огромного титана Трихеда, поздравьте нас, это было жестко. Ну что, все, погнали, парни, едем на похороны. Да, поехали, вперед, парни. Хоронить Пабло едем. Блин, Пабло, мой лучший ученик, боже мой. Но он обезьяна. Хорошо, но я на вертолете, парень, не понравилось, а давай, вам, профессор. Да, классно было, но смертельно опасно. Ну все, парни, ура! Вперед! Ура! Ну что ж, ребятки, вот такой вот видосик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Сегодня мы сражались против огромного титана Тревора Хендерсона Трихед. Ставьте лайкусик, пишите, что нам еще такого интересного позаписывать. Ну а вас сегодня веселили, развлекали Оверфони и Бобби. Ссылочки на каналы пацанов найдете в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а на этом у нас точно все. Всем хорошего настроения, удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Да, чуваки!